Сега, спомнете си по разстановки, те почнаха с едно зареждане назад. Битве започнаха, така че... Но пока все это очень эмоционально. Очень... По 4 удачных атаки у них, причем Русик еще и на подаче 1 очко набрал, а Окурок дважды отличился на блоке. То есть по этой части он лучший в составе и той, и другой команды. Ошибка вид у болгарского тренера, ну как же так? Теперь ты еще. Ты еще перестал попадать. На кого же надеяться и на что рассчитывать сборной Болгарии? Айде започваме да играеме като отбор. Не всеки да играе сам за себе си. Да мислиме по ротациите, какво имаме да правим. Да говориме кой посреща трите дополнителни си. Ну, в чем могут прибавить болгары? Конечно, за счет умных атак Хазийски. Взял тренер сборной Польши Андрей Анастасий. Прошу прощения, конечно, Болгария. Вначале был прав, подостин стойчив. Первым же бие Бакевич сервис, че по-силу към 6-5. И как мы видим, под замену Бакевича. Это тайм-аут, именно о нем что-то говорит Радостин Стойчев. Ручек и Бартман. Матей готов за файт. Готов за файт, Матей. Together, английские слова. Бороться, быть все вместе, биться даже, а не бороться. Ну, понятно, здесь общение на болгарском языке идет. На 4 уставы дубка от 3 метра, не меня интересует. Христо Цветанов. Причем спешит это сделать еще до того, как до технического доиграют. До второго технического перерыва сборные Польши и Болгарии. Ошибок допустили болгары, 19 их соперники. То есть все-таки некоторая сборно-разборная модель игры у сборной Польши присутствует. Ну, если счет станет 2-2, то, по крайней мере, по одному очку команда получит уже точно. А та из них, которая выиграет овертайм, тайбрейк, если точнее. Тайбрейк, та вот так плавно и планомерно складывалось для его команды, особенно во второй и третьей партии, сейчас рухнуло. Слишком глубоко провалилась болгарская команда в четвертом сете для того, чтобы вот так просто это забыть.